Итак, далее у нас чебити хлеб номер 4. И перед нами выступит одноглазый гибрид Гуля и человека среди людей. Она известна как талантливая писательница. В маскировке Гуля ее легко принять за ребенка, как и все другие Гули, обладает садистской натурой. Итак, кто же это? Это Нанами, токийский Гуль, Йошимура, это город Брянск. Встречаем его.